А сейчас прозвучит еще одна знаменитая песня, написанная в августе 41-го года. Родилась эта песня в Ленинграде, который уже в первые месяцы войны стал прифронтовым. Об истории создания этой песни композитор рассказывал. В августе 41-го года вместе с группой композиторов и музыкантов мне пришлось работать на погрузке в Ленинградском порту. Стоял чудесный вечер, какие бывают, мне кажется, только у нас на Балтике. Невдалеке, на рейде, стоял какой-то корабль. С него доносились к нам звуки баяна и тихая песня. Мы как раз кончили нашу работу и долго слушали, как поют моряки. У меня возникла мысль написать об этом тихом, чудесном вечере, неожиданно выпавшем на долю людей, которым завтра, может быть, предстояло идти в опасный поход, в бой. Возвратившись из порта, я сел сочинять эту песню. Итак, Василий Соловьев-Седой, Александр Чуркин. «Вечер на рейде».